Они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свою семью. Они сражались с нацизмом против смерти, ради жизни. Вот это и есть наша главная ценность. И мы обязаны помнить об этом. До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая. И жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца, иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны. Придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен в России годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади. И, конечно, марш бессмертного полка. Обязательно будет. Спасибо.